Чебурек, побежали домой, он уже близко. Как домой? А как же пицца? Какая пицца, Чебурек? Нам нужно как можно быстрее найти Слина мороженчика. Мам, ты беги одевайся, а я пойду заберу твоего папу. И все-таки я не понимаю, почему мы вернулись домой? Я же остался голодный. Папа, ну что здесь непонятного? Мороженчик нас преследует. Ага, а еще мы раскрыли его тайну. У него есть сын, но он пропал. И поэтому мороженчик такой злой. Но на самом деле он не злой, а просто ищет своего сына. И мы должны ему помочь. Мы должны найти сына мороженчика. Все понятно? Стоп, ребята! Если вы хотите, чтобы мы быстрее нашли сына мороженчика, ставьте этому видео лайк. А, я понял. Вы решили в Шерлока Холмса поиграть. Ух ты, выдумщик у меня. Да. Ну и шутник. Что же делать? Папа нам не верит. Никакой помощи от него не дождемся. А мы и сами с ушами, и без его помощи справимся. Да, у нас есть главное доказательство. Вот, фотография с мороженчиком. Его сыном. Итак, особые приметы пропавшего. Красный бант. Черный фартук. Фиолетовый нос. Руки-крюки. И огромный рот. Непонятная палка, торчащая из его головы. Только где же нам его искать? Может быть, спросить у подписчиков? Точно, ребята. Как вы думаете, где нам найти сына мороженщика? Напишите в комментариях. Вот пристал к нам этот мороженщик. Пошел бы уже на работу, как все нормальные люди, вместо того, чтобы детей пугать. Он ищет своего сына, Чебурек. Мы должны ему помочь. Тогда скорее, у нас мало времени. Давай попробуем поискать его в Инстаграме. Точно, сейчас все там есть. Вот, смотри, мороженщик Сан. Это он. Смотри, у него такая же фотография, как у нас. Здесь указана геолокация. Парк имени Горького. Это же парк в нашем городе. Бежим! Стоп! Подожди! Давай попробуй с ним поговорить! Стой! Мы хотим тебе помочь! Мы хотим найти твоего сына! Он еще сильнее разозлился, когда услышал о сыне. Бежим! О, здорово, сыщики. Ну как ваше расследование? А? Папа, мы с Ростя едем в парк Горького. Скорее собирайся. Прямо сейчас. Ha 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 ha
Ох, Маркуха, ты выдумщик. Тебе уже пора детективы писать. Ну что, погнали. Марк, тебе не кажется, нам нужно придумать чем-то защищаться от этого мороженщика? Точно, папа, сворачивай, мы едем в супермаркет. Да, а уже потом в парк аттракционов искать сына мороженщика. Супермаркет, так супермаркет. Стоп, ребята, а давайте устроим с вами челлендж и проверим, кто из вас сможет поставить видео лайк левой рукой. Приготовились на счет 3. 1, 2, 3. Вау, круто, у тебя получилось! Он следит за нами! Бежим! Не понимаю, о чем это они? Так, нам наверх! На экскалаторе или на лифте? Давайте вы на лифте, а я на экскалаторе. Проверим, кто быстрее. Где же папа застрял? Почему его до сих пор нет? Да ладно, главное, что мороженщик пропал. Пока есть время подыскать что-то для защиты от него. Кстати, ребята, может быть, вы знаете, что можно использовать, чтобы отпугнуть мороженщика? Да, напишите нам в комментариях, мы почитаем варианты. Голову оденем. А потом возьмем Аполлоник и бант-бант по кастрюле. Правда, у него такая башка здоровая. Я, ну кастрюля не влезет. О, давай возьмем ёршик для унитаза. Мы его пим-пим в живот, пим-пим в голову. Ну тогда уж нужно не новый брать, а использованный. А что если швабра его или веником? Заодно и пыль вековую с него все вытрусим. Ну тогда уж лучше пипи-дастер купить. Пипи что? Пипи-дастер, вот. А вот пипи-дастер нам не нужен. Мы мальчики приличные. А может освежить для воздуха его от того? Обзреветь. Ну а что? Это идея. А то я каждый раз, как его вижу, в туалет от страха хочу. А так от меня хоть пахнуть не будет. Отлично! Тогда нам другой отдел. Пацаны, что за дела? Я вас тут уже целый час жду. Вы чего с третьего этажа спустились? Вы же договорились на втором встретиться. Нет времени объяснять. Папа, быстро выкупаем освежитель воздуха и уходим отсюда. Ага, пацаны, приехали.
Вы готовы? Ну что, пойдем искать сына мороженчика. Ага, побежали. Хорошо, хоть от самого мороженчика мы оторвались. Он до нас без машины никак не доберется. Ребят, поставьте видео лайк, чтобы Марк согласился со мной покататься на аттракционах. Ну давай, только быстро. Мужики, я тут знакомого встретил. Вы далеко не убегайте. А я здесь пока постою. Хорошо, побежали. О, ушастый, смотри, тарзанка. Давай на ней покатаемся. Давай! Воу-воу-воу, Марк, смотри, какая крутая площадка. Побежали туда. Зачем нам нужна эта детская площадка? Смотри, какая классная карусель! Класс, да, пойдем, пойдем туда! Погнали, только надо билеты купить! Можно, пожалуйста, билеты на французскую карусель? Здравствуйте, ну вот билетик. О, Чебурек, давай сядем здесь. Слушай, Чебурек, у меня такое чувство, что за нами кто-то следит. Кто? Мороженщик? Мы же от него на машине уехали. Пошли лучше вон на тех аттракционах покатаемся. Побежали, Чебурек. Ух ты, Чебурек! Смотри, какой паровозик! Давай на нем покатаемся! Да, давай! Вау, здесь было очень круто. Ага, только меня немного укачало. Чебурек, ну ты как всегда все портишь. Пойдем отсюда. Чебурек, смотри, это место похоже на место с фотографией. Да, это определенно здесь. И колесо обозрения, и домик такой же. Но я не вижу здесь сына мороженчика. Может, мы спросим?
спросим у кого-нибудь. Вон какой-то дядя стоит. Давай у него спросим. Дядя, а вы не видели этого мальчика? Да, я знаю этого мальчика. Он с моим сыном в один садик ходит. Я вам с другой стороны адрес напишу. Там вы его и найдете. О, спасибо. Круто, нам нужно ехать туда. Папа, нам нужно срочно уезжать отсюда. Стоп, ребята, посмотрите и другие видео на моем канале. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!